Как успешно работать в современных реалиях, знают на одном из крупнейших мусорских предприятий «Беларусь-кабели». Ежегодно здесь выпускают 2-3 новинки. Всего же ежемесячно отгружают до 150 видов продукции. Ее качество подтверждают и многочисленные партнеры, как в Беларуси, так и за рубежом, и многочисленные награды. В 2023-м «Беларусь-кабель» стал настоящим триумфатором республиканского конкурса «Лучший продукт года», победив сразу в 3 номинациях. Одна из них с говорящим названием «Стабильное качество». Мы закончили 2023 год с выполнением всех доведенных для нас показателей по социально-экономическому развитию предприятия. Выполнены планы по росту заработной платы, росту объемов. Мы выполнили доведенные показатели по экспорту. Поэтому 2024 год мы встретили достаточно уверенно. На сегодняшний день у нас нет проблем по оплате каких-то топливно-энергетических ресурсов, выплате заработной платы. Ну, конечно, мы пользуемся кредитными ресурсами банка, без этого сейчас невозможно, но предприятие работает стабильно, обеспечено заказами, и мы уверенно себя сейчас чувствуем в сегодняшней непростой экономической ситуации. Непростая геополитическая обстановка для «Беларусь-кабеля» сыграла в плюс. Введение санкций позволило еще больше расширить присутствие на российском рынке. Продукция от «Мазырян» успешно замещает немецкую и итальянскую. В планах на этот год – выход на новые рынки сбыта, в том числе в странах Средней Азии и Африки. Но самая главная задача – повышение уровня качества. В этом поможет дальнейшая модернизация производства. В этом году мы тоже настроены на достижение еще более высокого уровня в нашем качестве. Проводится огромная работа в этом направлении, тем более в год качества, объявленный в 2024 году. У нас разработан целый план мероприятий по их повышению. Конечно, это будет достаточно сложно, потребует определенных финансовых вложений, не только людских ресурсов. Но мы настроены очень оптимистично и уверены, что у нас все получится. Продукция со знаком качества – это промозорское кабельное предприятие. Находясь на пороге своего 65-летия, «Беларусь-кабель» уверенно смотрит в завтрашний день. И рассказывая об его успехах, директор Виталий Шилов не устает повторять. Коллективу по силам любые задачи, а впереди у них большое будущее. Екатерина Юрченко, Юрий Горобец, телеканал «Мозырь».